Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот теперь мы с фидерами Каденс уже на реке. После того, как мы все измерили, померили в магазине, настал черед побросать их, посмотреть строй, понагружать бланки. Ну, приступим. Так, у нас в руках 11 футовик фидер Каденс с тестом 15-60 грамм, вес 2 унции. Ну, цель не на дальность, а на посмотреть, как работает, загружается бланк. Ну, бросает шикарно, на самом деле. Мне очень понравился. Ну, соответственно, он, это далеко не предел. 2 унции, хоть написано тест 60, но 2 унции у нас по 2, по 28. 56 грамм. Но здесь он только-только начинает вырабатываться. Повесим 3 унции. Ну вот, посмотрим, что будет с тремя. Ну, смотрите, вот такой строй. Быстрый. Катушка, кстати, шикарная. Пятитысячник. CS10. Фидер. Передатка 5,6. Ну, то есть, вот в плане катушечки фидерной Каденс очень даже здорово. Вот смотрим. 3 унции. 330, 15, 60. Ох, шикарно бросает. Ничего не задевает. Вот вопрос как раз к кольцам, кстати говоря. К нижнему, около катушки держателя. Не задевает абсолютно, не мешает. Так, следующий у нас 12 футов, 360. Тест 2060. Ну, я решил сразу поставить 3 унции. Ну, потому что видно, что вот прям это ее, ниже не надо. Ну, поехали. О, хорошо, очень хорошо бросил. Запасик, как всегда, чувствуется. Ну, по строю, видите, это вот практически похоже. Ну, вот я мотаю специально на фоне неба, чтобы посмотреть бланк. Но запас есть. Бросил хорошо. Сейчас я еще разочек брошу. Тоже 3 унции. Только попытаюсь чуть-чуть вот в таком виде. Ну, замечательно. Просто шикарно улетает. Палка хорошая. Кстати говоря, вопрос колец. Здесь матчевые кольца. Катушка 5000. Кольцо достаточно, ну, недостаточно, но так относительно близко. Можно было подальше его поставить на бланке. Но, опять же, это не мешает. Вы видите, я бросаю. Никаких вопросов нет. Ну, еще разочек могу бросить. В плане кольца. Вот нижнее кольцо матчевое. Ну, вот смотрите, раз. Ну, вот я даже притормаживаю, чтобы не так далеко улетало. Ну, вот смотрите, смотрим изгиб. Вот там груз 3 унции лежит на дне. Никаких вопросов вообще по кольцам. То есть не бьет он. Пятитысячник стоит. Леска не бьет, сход хороший. Ну что, может быть, попробуем 150 грамм вообще вес поставить. Посмотрим, что с бланком будет. Ну вот, смотрим. Во, во, вот уже. Во, это вот верхняя граница теста. Смотрим. Кстати говоря, я вот сейчас завожу за спину, да, ощущение такое, что еще немножко остается даже запасть. Вот, да, смотрите, вот, 150 грамм, пожалуйста. Вот, шикарно бросил, еще даже не провалился. Сейчас щука еще подцепится. У меня плоская грузила играет, светлая, свинец. Давайте еще разочек 150 грамм.
уже чуть-чуть посильнее. По чайке. Во! Ну, да, все, это уже вот верхняя граница теста. 150 грамм. Еще раз оговорюсь, у меня в руке Feeder Cadence 12 футов. Тест 2060. Итак, у меня в руках Feeder Cadence 12 футов, тест 120 грамм, 30-120, 12-футовик. Груз 3 унции. Бросаем. Ну, бросает. Бросает хорошо. Чувствуется, что это нижняя граница теста фактически. То есть бланк он весь вообще не включился еще. Вверх DAS послал, в общем-то, и все. Верхняя часть бланка. Да, по поводу вершинок. На первом стояли, на 30-30 у меня стояло 1,5 унции. 2060 на втором, который бросал с тестом 2060, 12-футовик, там стояло 2 унции. Здесь, по-моему, тоже полторашка. Так, ну давайте еще разочек, еще бросок. Чуть-чуть побольше бы, вот, но это лично мое мнение. Я имею в виду, побольше бы включался дальше бланк, не только верхняя его часть. Потому что, видите, вот такой чуть-чуть рывочек такой был. То есть, скажем так, мягкий верх и очень жесткий низ. И вот между ними такой вот переход, что называется. Давайте попробуем, сейчас поставлю 150 грамм вес. Ну вот из этой ситуации насчет моего ощущения, да, по плане перехода бланка, жесткости бланка, слишком мягкого верха, да, и более жесткого низа, что не хватает, чтобы бланк, низ бланка, да, подхватывал напряжение верха в момент броска, чтобы помогал его, как бы дальше загружался. Здесь просто на самом деле нужно изменить, поменять технику чуть-чуть мне, и тогда вопросов здесь не будет. Просто более плавно, протяжно, с постепенным ускорением бросить. Ну вот смотрите, сейчас поставил 150 грамм. Вот у меня вес 150 грамм. На фидере с тестом до 120 грамм. Во, его, все, вот он включился полностью. Вот я не знаю, сейчас будем когда смотреть видео. Я наверх не смотрю, как там бланк, что там сгибается, да, но вот чисто в ощущениях в руке, что он уже все, вот он сгрузился, и он уже вот посылает. Вверх это или не вверх? Можно ли поставить сюда общий вес еще больше? Но вот я могу сейчас чуть-чуть посильнее. Попробовать, да нет. Ну вот 100-150 можно, но плавно. Плавный бросок должен быть. Ну вот смотрим еще раз. Вот я спокойно, специально более плавно бросил. Ну как вы видите, совершенно спокойно можно на него ставить кормушки 100 грамм, по свинцу я имею в виду, плюс корм, без проблем. По течению его за счет верха, ну, будет, да, будет держать течение в рамках своего теста. Поэтому вполне удобоваримая вещь, пятитысячник встает, да и 6000 туда встанет. Ну, то есть, как такой хэвик речник, вполне такого строя приятного. Он очень, кстати говоря, сенсорный, то есть прям вот я даже
как вот кормушка первый полоборотик, там оборот, да, я начинаю вытягивать груз 150-граммовый, да, он идет по дну, естественно, несколько там какое-то расстояние. И даже несмотря на то, что у меня основа моно, а не плетня, потому что сейчас зима, минусовая температура, у меня плетня сразу схватится, я не смогу бросать. Но даже через моно, пускай она там с низким коэффициентом растяжения у меня стоит, да, фидерная монка, вот, но все равно я даже чудно, ну не идеально, конечно, но чувствую. Ну вот, господа, друзья, товарищи по увлечению, мы побросали три модельки фидеров Cadence, убедились, что они вполне пригодны и удобоваримы для рыбалки в Подмосковье, в средней полосе России. Хорошие рычнички, можно сказать. Прекрасные фидера на карпа, на коммерческие водоемы. Да и, в общем-то, вполне пригодны для стоячих водоемов, для тех людей, кто любит среднебыстрый строй, быстрый строй. Палки в целом показались себя очень хорошо, мне очень понравилось. В плане сенсорики, в плане заброса. Замечательная фурнитура, качество исполнения. Пятитысячник катушки, шеститысячник даже могут быть, встают на 330-е. В общем, ждем сезона и ловим уже по открытой воде. Большое спасибо всем за просмотр, всего доброго и до новых встреч на канале Multifish. Напомню, все фидера Cadence и вся продукция фирмы Cadence представлена в магазине Multifish, в розничном магазине Multifish по адресу Волгоградский проспект, дом 1, строение 1. К вашим услугам профессиональные консультанты. Все можно подъехать, обсудить, потрясти, посмотреть. Ну и ждем вас в нашем магазине. Всего доброго. Thank you.